Тимур, привет! Это тебе новый телефон. Блин, спасибо большое, Саш. Но что делать с моим старым Samsung Galaxy Note 8? Но как мы на него заработали, на этот новый телефон? С помощью канала. Так, давай разыграем среди зрителей? Давай, конечно, нужно разыгрывать. Ребята, я еще и заменю здесь батарею, чтобы он был абсолютно новый и готов к употреблению, ну, за исключением пары потертостей. Но телефон мой, поэтому всяко лучше продавать на Авито, правильно? Кому-то, может быть, будет очень приятно. Ссылка на розыгрыш прямо внизу, под роликом. В Москве мы отдадим этот телефон лично, а в другие города отправим службой доставки. Спасибо. Снова прорыв консола. Поехали. Консол горит? В смысле, он что-то на стриме разве его делает? Вчера прошлый же он выиграл, чем ему переживать? И позапрошлый выиграл, кстати. Jesus Christ. Not again, man. Not the fucking again! Why? Чук. Relax, man. You won two in a row. Good job. Cancel. Шарит в русском мате. Ему, я, к сожалению, запретить не могу материться, поэтому смотрим, познаем. Так, у нас линия получается Нага плюс Мирреска. Ну, тяжеловато. Будешь делать. Я не знаю, кто у нас по игре, что Наги делает. Если честно, я вообще не представляю. Только супер жирный Марс какой-то. Ой, отстань ты от меня. А, Мирес, Миресыч. Ой, все поймал, что хотел. Что там у него бэкетпоинтом-то? Ну, типа, Марс соло против Наги стоит. Пускай стоит. Харасхим. He has a typical down. Пау. Пау. Бэм. По-моему, это был самый бесполезный смог, который мог быть. Нет? Ладно, немного не пошло. Всякое бывает. О, у него ботл. Кстати. Понял. Заденаялся. Заденет эту штуку? Вряд ли. Должно чудо произойти. Понимаю. Пожадничал. Мне казалось, я на грани вижена. Типа, меня было видно все-таки. Не хватает именно опыта игры на сталкера, чтобы понять, насколько далеко он видит ночью. Ой, как хорошо. Кэнсел умер здесь? Реально? Кэнсел реально умер там. Ой. Ор выше гор. Сетка? Да, есть. Эх, стерли меня. Так. О, это Мариарти же из прошлой, на бой не был. Да, это ты взял. Молоток. Перекачиваем, перекачиваем ПТСы. Cancel. Fix. Опа. Ага. Не понял, как они прям 10-то меня нашли, интересно. Хорошо. Пау. Опять же... Кэнсел это дружелюбная дипка.
не путайте, пожалуйста. Просто он может себе позволить материться на русском, который он выучил, и в отношении меня. А я себе такого позволить не могу, поэтому я ему отвечаю типками. Жалко, опыта не получил. Пенсила не убью даже из того, что я вижу. Хотя... Хотя почти. Убью, да. Хорошо получилось, хорошо. Молодцы. Угнецкий. Понял тебя. Понял. Благодарю, благодарю. Как чувствовал, что он туда тэпу даст. Прям вот прям вот в душе что-то такое. Cancel, cancel там. ТП сейчас даст, осторожно. Тимур, у меня закончились новые шмотки. Я хочу по магазинам. Сашуль. Ну, просто тратим средства постоянно на эту одежду, ну... Ну, может, есть какой-то способ не тратить деньги и получать новые шмотки? Ну, в принципе, есть один такой. Есть что-нибудь ненужное? У меня все нужное. Понятно. О. Так, и что ты сейчас делаешь? Смотри, это ненужная одежда. И вот что я получаю взамен. Держи, зайка. Это новые шмотки, ура! Кто хочет так же, ссылка в описании на Dota Money. Вот Cancel всегда стабильно делает контент. Как он это делает? Почему? Вот прям вот супер надежный парень. Нага с тараской перешмоткой. Ну, подстроился. Эту ситуацию, что можно сказать. Подождите, Cancel здесь? Почему? А, тэп аут, красиво. Хорошо. Так, так, так. Хорошо. Огонечек подъехал. Что это вообще такое? Ой. Печально, печально. Всякое бывает, ничего страшного. Ай-яй, так умер, хорошо. Отлично, отлично, всех сбрили, супер. И ты паут от Наги. А что еще делать? Так, они что, по миду идут сейчас? Видимо. О, у них здесь фарт или что, как он понял, что тут? ТП когда? Ну, у нас бай сделал дазл, может они не зайдут? Может они не зайдут. Хотя, что им можешь помешать в теории? Ой, дазл после боя погиб. Живет? Нет? Нет, не живет. У нас ничего нет. Хотя стики у него есть. А, выкуп есть. Да-да, правильно Марс сделал, что-то шел. Пугно убил вместо этого. Подожди, кто Пугно убил? Ничего не понял. Так, хорошо. Хорошо. Go bye 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 bye. Man. Bye 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 bye. Нага гем. Сталкер без ничего. Не то пришпилили.
Так, 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 так. Книжку я съем, буду 18, что, конечно, хорошо. Я убил где-то этого парня, где? У меня вообще ноль людей. Где он мог погибнуть-то? Да. А индиск. Они же не могут зайти сейчас, нет? Хорошо. Гем надо взять. Give me gem, дозу. И ведь пошел за мной и не боится ничего. Нет. О. А. Я живу, спасибо. Спасибо. Какой же он быстрый. А? Супер быстрый. Свидание. Переждал его диск. Спасибо. Типку. Сделал. Все сделал, парни. Ничего не забыл. Во всем вспомнил. Как ты понял, что я здесь? Тип аут. Меня не ушли, видимо, окей. Понял. Издевается надо мной на канцеле, издевается. Эндиск прок. Просто здесь уже не выдать, он может быть в кулдауне, может быть нет. Да, а... экспериментировать как бы этого не стоит. Оп. Мой клиент подъехал. Привет. Привет. Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Переживаю за отношения Консела и Травомана больше, чем за свои. Все нормально у нас, не переживай. Дружные ребята. Айон диск. Привет. Почему я выскочил из сна? Шам подвинулась. Привет. Как сделать, чтобы было видно радиус взрыва минуты, как у тебя? Какие настройки в доте поставить? Выключить все перепробовал. Выключить не могу настроить. Хороший каток. Спасибо. Спасибо за стримы. Спасибо. Квикаст надо выключить. Так. Инерным жолдер какой-то надо собрать. Еще раз? Подождите, а какой кулдаун вообще в этой штуке? 115 секунд уже прошло? Ладно. Что там наверху? Оп, хорошо. Только мид мы потеряли. До конца дотеряли. Так. Ха-ха. Так. Мне эта штука нужна будет? Нет, мне нужны деньги здесь сейчас. Я не могу. Тут неэффективнее было бы отложить на какой-нибудь опа номер.
Выжил? Выжил. Так, после этого я собираю пику, потом хекс, видимо. Я не хочу вайбоксить, не буду. Опа. Не есть бай, правильно, да? Дазл умирает? Нет, Джиггернаут. Нормально. Нига, нига. Ну что, прикольно. И контент с канцелом, и луз. Все как запланировано. Все по плану. Так, всегда в последнее время. Так, ну канцел MVP. Явно MVP. О, канцел MVP. Реально его все зарофлили, MVP выбрали. Пойдет, пойдет. Спасибо тебе, что досмотрел до конца. Очень признателен за время, которое ты мне уделил. И, пожалуйста, поставь лайк и напиши комментарий, если тебе не сложно, это очень сильно помогает в продвижении. Сейчас хочется обратиться с небольшим пояснением, да, и небольшой просьбой к тем, кто постоянно пишет комментарии, что я выкладываю старые ролики. Ребята, вот сейчас идет International. Я ежедневно его кащу, да, комментирую, анализирую вместе с Йондом. На это уходит по 12-14 часов в день. Играть игры мне совершенно некогда. Если бы я не подготовился заранее и не сделал запас по роликам, то сейчас на Ютубе не выходило бы ничего. Ничего плохого по факту в том, что ролики выходят старые, нету. Какая разница? Это контент. Это же не какое-то научное исследование, которое устаревает. Это тот же cancel, который горит. И ничего здесь не меняется. Поэтому попробуйте подумать, почему так происходит и так ли плохо то, на что вы жалуетесь. Спасибо.